выкладываю просто, значит, 250 тонн груза на пароходе Камчатка. Пароход едет на траве Зиастора, к сожалению, не может подойти к грузке из взрывавшегося льдового порта, там, припая. Значит, пойти не может. Я вчера проводил совещание с некоторыми предпринимателями Асора, поделился, что за груз на пароходе, да, там, в том числе и продукты. И проводил совещание с Минтрансом. Мои коллеги сказали, что сегодня, что они связались с владельцем буксира, который находится в Теричиках, сегодня, после этого, будут принимать решение о возможном выходе в сторону Асора, для того, чтобы расколоть лед и дать возможность Камчедалу пройти. По словам Минтранса, если не получится, нужно просить помощи у военных. Пока о точности решения по возвращению буксира из Теричиков в Асора сказать не могу.